Для приготовления фирменного грибного салата от Эктора нам понадобится 20 средних шампиньонов, 125 граммов кедровых орешков, вымоченных в теплой воде на протяжении 30 минут, 60 грамм клеверного или другого цветочного меда, красный винный уксус, рыбный соус 2 столовые ложки, 1 столовая ложка свежемолотого черного перца, 60 граммов оливкового масла, 4 больших яйца, сваренных вкрутую, мед положить в сковородку и готовить, пока не начнет карамелизироваться, темнеть и едва коптиться. От 3 до 5 минут. Сразу снять сковородку с огня и добавить уксус. В процессоре измельчить вымоченные и высушенные кедровые орехи, пока они не приобретут консистенцию кукурузной муки. Добавить смесь из меда и уксуса, рыбный соус, перец и мяту. Включить мотор и влить соус 1/4 стакана оливкового масла. Отставить в сторону. Охлажденные яйца тонко нарезать вдоль. В большую миску положить подготовленные грибы, добавить несколько полных ложек соуса для смешивания и встряхивать салат для равномерного размешивания. Подавать грибной салат от Эктора нужно на красивом блюде, украсив его вареными куриными яйцами. Приготовьте этот волшебный салат, как у Эктора в ресторане. Для приготовления пирога киш с домашним плавленым сыром вам понадобится мука, яйца, сливочное масло, холодная вода, соль, грибы, лук, плавленый сыр, шпинат, молоко, оливковое масло. Для приготовления теста муку смешайте с маслом, добавьте соль и холодную воду. Сформируйте тесто в шар и отправьте в холодильник на 30 минут. Для начинки нарежьте грибы и лук и пропассируйте на растительном масле. Тесто выложить в форму с пергаментной бумагой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут. На полуготовый корж выложить шпинат и грибы, залить домашним плавленым сыром, перемешанным с яйцами и молоком, добавить соль и перец по вкусу. Выпекать в духовке примерно 30 минут при температуре 180 градусов. Для приготовления жульена в корзиночках из слоеного теста нам понадобится куриное филе, лук, грибы-шампиньоны, сливочное масло, сливки, сыр, готовое слоеное тесто. Соль и перец по вкусу. Лук мелко нарезать, обжарить на сковороде минуты 3. Добавить мелко нарезанные грибы. Посолить и поперчить по вкусу. Влить сухое белое вино, дать ему выпариться, добавить сливки и оставить тушиться на 5-7 минут. Куриное филе разрезать на небольшие кусочки. Соединить грибы с курицей, при необходимости досолить. Готовое слоеное тесто разрезать на квадраты, формочки смазать и тесто выложить в формочки, слегка придавив дно. Духовку разогреть до 200 градусов. Формочки с тестом выложить жульен, обильно посыпать сыром и отправить готовится в духовку на 25 минут. Чтобы приготовить кундюмы, нам понадобилось для теста мука, вода, растительное масло, для начинки грибы, гречка, лук, соль, перец, лавровый лист, чеснок, зелень, тмин. В кипяток добавить масло и размешать. Всыпать муку, вымесить тесто и оставить его накрытым на 30 минут. К обжаренному луку добавить мелко нарезанные отваренные грибы. Посолить, поперчить, прожарить 3-5 минут. Добавить вареную гречку по вкусу специи и жарить еще минуты 2. Тесто раскатать тонко и разрезать на квадраты. На середину положить начинку и защипать края теста в виде треугольника. Кундюмы выпекать в духовке при температуре 160 градусов 15-20 минут. Затем уложить в горшочки, залить кипящим грибным бульоном, посыпать тмином, положить веточку укропа и томить еще 10 минут. Подавать горячими, украсив зеленью. Для приготовления китайской фунчозы с овощами и грибами нам понадобится рисовая лапша, фунчоза, грибы, пекинская капуста, помидор, морковь, болгарский перец, цукини, лук, чеснок, растительное масло, соевый соус, перец и соль по вкусу, зелень, имбирь. Лук очистить и нарезать полукольцами. Морковь, перец, цукини с соломкой. Помидор очистить от кожицы. Закидываем фунчозу на 5-7 минут в кастрюлю с кипятком. В большой сковороде разогреть растительное масло, выложить лук и периодически помешивая обжарить. Затем добавлять постепенно овощи и тушить их. Добавить нарезанные грибы. Фунчозу откинуть на дуршлаг, затем выложить к овощам. В конце добавить соевый соус. Фунчозу с грибами и овощами подавать, украсив зеленью. Возьмите грибы, белое сухое вино, лимон, чеснок, черный перец горошком, душистый перец, гвоздику, соль, сахар, уксус, листья дуба. Грибы почистить, промыть в воде с уксусом, порезать.
Бросить грибы в кипящую воду, добавить уксус, соль по вкусу. Варить 10 минут. Белое сухое вино развести с водой или разогреть, чтобы выпарился алкоголь. Добавить перец горошком и душистый перец, сахар, гвоздику, измельченный чеснок, листья дуба, лимонный сок. Грибы проварить в маринаде 10 минут. Переложить грибы в стерилизованные банки, залить маринадом. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.